это ваша задача. Вы должны с максимальным отношением, относясь к нему как к человеку, побеждать его в бизнесе каждый день. Как вы можете, встретившись с ним, мило раскланиваться, обниматься и спрашивать, как у тебя дела? Не работает, это лицемерие. Давайте прекратим обманывать сами себя и свои команды. Это наш маркетинговый враг. Наша задача каждое утро распланировать день, месяц, год таким образом, чтобы победить его. Наша задача понимать его стратегию. Наша задача понимать, куда он движется. Наша задача понимать его мотивы. Следите за своими конкурентами не меньше, чем за своими затратами. Не меньше, чем за своими, со своими расходами. Это очень важно. Поэтому, когда вы меня спрашиваете про бумеранг, ну окей, не занимайтесь бизнесом. Есть огромное количество других видов деятельности человеческих, которые не предполагают конкуренцию. Но если вы зашли в супер жесткий мир конкуренции, у вас нет других шансов. Вам нужно будет воевать в маркетинговом плане. Побеждайте их силой продукта, вы силой интеллекта. Пусть все получится. Спасибо. Евгений, очень не хочется заканчивать, но вынуждены. Последний вопрос, может быть, или как? Да, последний вопрос. Давайте последний вопрос.